Всем привет, с вами Марс. И мы продолжаем проходить Stalkers of Pripyat с дополнением Misery 2.0. Я не знаю, я поменял класс, я удалил предыдущие дополнения, продал те ненужные стволы, что у меня были, прикупил себе АКМ, правда, всего лишь две обоймы у меня на него, ну три. И я не знаю, чем мы будем заниматься в этой серии. В принципе, можно пойти попробовать выполнить задание. Это самое мирное, что можно сделать. Ну как, задание в принципе боевое, но... Сейчас посмотрим. Слышишь, тут это? У султана король такой, знаете, есть. Угу. Пришел, значит, сталкер, кто? Да, конечно. Доктор посмотрел его и говорит: вот это усталость. Живы будем. Это от нервного напряжения. Но а здоров... это от депрессии. Но только... Спасибо. Скажите, а у вас что ли в мозге ничего нет? Найдешь артефакты? Ну ты выдал. Так, ну, посмотрим. Теперь, короче, только понты остались. Добраться до Шевченко. Нету карты? Это обидно. На самом деле. Окей. В какую сторону мне, блять, идти? Так, ну вот, в принципе, Шевченко. Попробуем. Блять, карты нету. Это обидно, слушайте. Надо будет где-то поискать КПК. Так, давайте сохранимся и попробуем все-таки добраться туда. У меня из оружия только нож и АКМ. И все. Так что... Те задания, которые я не знаю, где находятся, придется мучиться. Так. Блин. Да, я вам забыл сказать. Я начал новую игру. Начал я ее за штурмовика. Разведчик, он, конечно, крутой, но он крутой... Блять, чё я наделал? Ёбаный в рот. Короче, извините меня за этот затуп. Надо было согласиться с бандитами пойти сразу же. А я повалил. На Шевченко. Ну, затуп есть затуп. Извините меня за это. Так вот, разведчик он крутой, но он крутой только с дробовиком. Вот. Снаряга, в принципе, на начале у всех одинаковая, ну, кроме шлемов. То есть у снайпера это там какая-то шмотяная повязка. О, господи. Быстрее. Быстрее, блядь. Прыгай, прыгай, мать твою. Вроде от собак скрылся. Так, пошли. Сейчас попробуем в драку-то не влетать. Ой-ой-ой. А тут же не видно ни хера. Я забыл, что это все ночью. Так, давайте поедим. А эти что мне делать? По
фонарь-то мой не работает. Ну все мы их. Тихо, пацаны. Не ссы. Мы же это... Говно у вас, а не бригада. Так, ну надо вот за этим держаться. Сейчас их тут постреляют. Пацаны, я посвечу. Круто. Молодцы, красавчики, сталкера. Все сделали четко. Так. Теперь надо только тупничков найти. Так. Нечего добро пропадать. Я блять, такой. Уже забрали. А что? Слушай, все вопросы. Если главного. Нужно что, спрашивай у главного. А где у вас главный? Так, мужик, чего ж там у тебя? Все-таки накоплю. Ладно, херуш. Неважно. Ебать, они в экзоскелетах уже. Вы чё охерели, пацаны? Спасибо. Мать вашу. Они уже в экзоскелетах. Вы представляете, что бы было, если бы я с этой шушерой начал нападать? Меня бы просто казнили. Что у меня по стволам-то? Так, кольтуха. А снайперку-то я не могу использовать, или могу? Или не могу? Сейчас проверим. Могу. Только тут один патрон. И не видно нихера. Так, ну хорошо. А на кольт-то у меня патроны-то хоть есть? Конечно нет, что за вопросы тупые. На этот хоть 9 есть. Эу. 9 патронов же было. Эу. О. Так. Сохранимся. Это все прошло просто как по учебнику. Тупо захоныжился и все. И подождал, пока их вырежут. Завалили уродов. Да. А ты, я вижу, в бой не особо рвешься. Конечно нет, блядь. Ты видел, с каким дополнением я играю? Ёпа-мать. Так, ладно, уходим отсюда нахер. Чё у тебя за ствол-то? Ух ты. Я бы, честно говоря, дождался бы хотя бы утра. Так. Вы не смотрите, это не глюки. Это я пытаюсь рассмотреть, в какой стороне Скадовск. Все, самое время. Я не знаю, где я не знаю, куда я иду, но я надеюсь на удачу. Сейчас мне какая-то сука просто повстречается. Убьет меня нахер. На этом все закончится.
Так, еще чуть-чуть. Еще немножечко. Главное дотянуть до Скадовска. А там и деньги будут. Блять, нахуя я фонарь-то потушил? Так, 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 где эта лодочка, ну? Вот он. Это все настолько атмосферно, классно. Сталкер стал совершенно другой игрой. Но со сложностью тут реальные проблемы. Хотя, может, это и сложность придает соль жизни в этом мире, но... Все, считайте, добрались. Пушку можно прятать. Ай, бля, сейчас же будет и второе задание. О. Как говорится, добро пожаловать на борт нашего болотного ледокола. О, крутая песня. Все на пьедестал. Вот, слушайте. Разговаривать на всю сбору. Господи, ну 10 заповедей, это же очень много. Давай парочку. Так, продаем инвентарь. Не для любопытства. Гранату. Не торгуйся. Шут, где здесь написано, не торгуйся. Вот и страшно делся. Зачем я тут не смалочку ловлю? 2000 баксов. Так, хорошо. Какие тут патрончики-то нужны? А, это 45-й. А сколько стоит 45-й? Охереть, 1600! Мне этот ствол нравится, на самом деле. А для этого какие патрончики? Для этого 9.19 FM. FM. Что-то я их не вижу. Во! Вот эта хернюшка мне нужна. Только, блядь, у меня денег на нее нету. Вот днище-то, а. Так, сиги давайте еще продадим. Вот эта штучка мне нужна. Где она? Опять потерял. Вот, вот, вот. Блин. 3200, ну. Черт. Ну ладно. Во-первых, мне надо починиться бы. Сейчас я определюсь с пушечкой, тогда вернусь. Ребят, я, может, что-то не понимаю, но смотрите. Это, блядь, обоссаться можно, если тут такой ремонт. Слышите, это перебор, по-моему, нет? Капец какой-то просто. Жесть. Не буду я нахер пользоваться этими пистолетами, я сейчас все продам. Ну что? Конечно, мне не хватит на то, чтобы... Ага, то есть ты не берешь, да? Печально. А борода? А борода давай, купит? Давай, не задерживайся. Интересно, у меня эти пушки. Винтовочку вот Витём купил. Да, купит. Прекрасно. Так. Ну да, само собой, мне не хватает. На вот, вот этот где-то девайс-то. Вот. Два долговца висит. Ты не напомнишь мне, кто я? Шаурона Кирисова.
Ты уже пятый раз у меня спрашиваешь. Вот ладно, хорошо. Вот такая вот серия мутная получилась. В следующей серии, если она будет, если все будет нормально с игрой, мы пойдем по следующему заданию. Там, насколько я помню, надо на лесопилку отправиться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.